29 декабря вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов вооруженных сил Украины из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для вооруженных сил Украины иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.